Помните эту малышку? Короче, мне заказали такую же, но гораздо больше размерами. Кожи на нее ушло больше, чем я ожидал. Печально. Загвоздка была в том, что у поставщиков не было ее в наличии, а сроки горят. Ее нужно сделать капец как срочно. Пришлось покупать шкуру за огромные деньги, и мало того, ждал я ее почти месяц. Но заказчики вошли в мое положение и согласились ждать. Но и тут возникла проблема. Мне не доложили еще одну шкуру, а этой на 3 сумки ну никак не хватит. Пришлось заказывать еще. И с такой стоимостью кожи продали мы такие сумки практически по себестоимости. Зато заказчики были в восторге. Получились у нас вот такие красотки из ременной кожи, плотные, в строгом минимализме, на латунных ножках и с блестящими латунными пряжками. А как вам такая сумочка? Пишите в комментариях.